в контейнере, кстати, вот в контейнеры посмотрим. Ладом. О! А, это свой, вот. Пацаны, я одного нашел уже. Где надо закупать? Шучу, не вали, хита не было. Здорово! Здорово! Короче, на пристани, вот на пристани домики, вот там. Давай, сдавайся. Вот смотри, всяких звонит. Давай, я, давай. Я умер. Нет, трое тоже пристает, короче. Ой-ой. Возможности, дайте метки на себя. Паша, что за говно? На себя. Я тоже. Я к этому говну не имею никакого отношения. Че за калаш стреляет? Их не 74-ки, да? Не знаю. Я не посмотрел на вас, я не знал, кто противник. Мы черные. Привет, черная привет, форма привет. С... Сойдет сюда и их отсюда не выкурит. Гранаты я не добавлял, потому что я думал, что плохо кончится. А вот такие, плохо которые кончилось. Садятся вот сюда, вот на лестнице, по одной гранатке. Ничего ему не сделать. Не, по одной гранатке. Паша, вот это нас застали врасплох. Мы сами да, и пиздец, если бы с тобой опознант не начал играться, я бы сам всех замаслил. Лезете. Так в плане, я... А кто по трубам вообще начкался? Да это мы там... Говорю, давайте перезапустим, чтобы менты посидели с фристами, а потом пошли и нормально поиграем. Мне нравится, что сейчас хотап будет, они там опять один остался. Нет, Рейдж еще. Где Рейдж? А, вон Рейдж, да. Так и как Гонзо сидят сюда, вот так и что залезли. А, ну по условиям, туда атака выиграл, так как один Гонзо остался, ботов-то не считаю. Нет, Спитер еще. Спитер помощь. Спитера за бота считаешь, да? Где подожди, где Спитер? А, Спитер за триггер вообще. Унес, да? А мы же вообще не можем за триггер выходить, как он там оказался? Как? Не знаю. Ну хуйня, значит. Подожди. Блять, что за снайпер, ё-моё. А что за бля? Да, кстати, он за триггером. А как это так? Не знаю, слушай, триггер рабочий. Вот тоже вопрос. Я проверю сегодня на всякий случай. Значит, не рабочий. Баним Спитера? Да. Нарушение игры. Словно, если он сам бан хотел. Пришел с ДМБ, сразу бан. Блин. Может здесь не зону сделать зачистки, а... Там на самом деле просто пострелушка была, я триггер так поставил, но его в оригинале триггера не было. Нет, я имею в виду оригинал изменить и сделать. Оригинал там какой-нибудь. Чё? Я оригинал, говорю, не нашел, я поэтому все, что с головы помню, что я делал. Слышит его. Да, не будет нить разговаривать. Я к тому, что, может быть, какую-то цель вымыл здесь, а не... Всё, минус. Ооо, это мекость от... Ооо, Гонзо. А чё за бред такой? Гонзо, да, ты, конечно, меткий. Меткость. А причём я попал в него? Ну, плохо. По сканце попал, да. Он выжил. Он тоже тебя попал, он тебя с разворотом плюху тебя поставил. Он тебя просто... Ну все, можно рубать Спитера, у нас... Ну да, они все найдут друг друга, скорее всего. Чему? Может сейчас выйдет? Ну, Спитер. А? Да в скайп напишите просто. Да я не знаю, то есть зона вообще отталкивающая, но фиг знает. Вроде правильно триггер стоит. А может баг какой-то? А может баг. Помнишь, Паша, золотые времена, когда ты там писал в чат? Не-не-не, он повторяемый, только сервер стоит. Стоп, а почему у него разложенный калаш? В плане у кого? Разложил. А как? У кого? У Рейджа разложен? Да. А я жал Ctrl-Shift-C, как он разложил? Лоу? Сейчас придется спросим. Да, он разложивается, значит, калаш, нормально. Может, я перепутал, не контролшился, а что-нибудь такое? Может быть. Посмотри пока в настройках. Escape нажми, да потыкай, есть настройки. Я сейчас загуглю просто.
жесты взаимодействия, меню взаимодействия. Сейчас он на крышу выйдет, и его спитер снимет. Да, спитер вообще с М76 с этой фигни вылез там. Заставай. Рмых. Боевик. Не, ну гонзы, конечно, так, блин, встретиться. Позор. Паша, багованная арма. А я с Доником вообще с ПМ убил, или что там было? Я не думал, с Доник меня поставит, ага. Правда, он без сознания лежал. А что вы начали стрелять-то, алё? Так я не начал, я такой слазил, уже открываю инвентарь, чтобы скидывать калаш, эти начинают поливать, дебилы. А у меня еще хуже. Я начинаю по лесенке слезать, на середине выскакивает хинт о том, что можно убивать. И там начинается стрельба внизу. А я знал, что там Доник как бы сейчас будет. Слушай, а я не вижу нигде таких кнопочек выезд на строге. Надо... Угу, нормально. Что там делать? Случилось? Это там... он меня нашел. Там нужно РХС нажать, сейчас скажу. Фига меня сломотал. РХС, да. Weapon и там... Спитер вообще не видит этой. Давай. Дамплодер, тап, это. Левый Ctrl плюс C просто. Или а где оно? О, увидел, это... увидел, по-моему, мне. Прекрасно. Оно на сроке не понравится, реально? Да, Escape, RHS Option слева прям. О. Там Escape Binging или где? Дэм? Дэм. Что? Сейчас бы промазать. По эскейпу попасть. Что задача? Рублю. Спитер вин. Ой. Читер выиграл. И что ты сделал не то? Что ты купишь? Через собачку, да, собачка. Собака Миша. Не надо через говно писать.